Народ, всем привет, с вами Дмитрий ФМ. Сегодня я вам расскажу и покажу, как убрать вот эту вот табличку. Требуется проведение сервиса по замене масла. Для того, чтобы убрать эту табличку, не требуется никаких специальных инструментов. Для этого потребуется всего лишь ключ зажигания. Итак, ключ зажигания должен быть у вас в руках. Вы показываете автомобилю, что вы в него сели, закрыли дверь, закрыты все остальные двери. Далее мы ключ зажигания вставляем в замок зажигания и не поворачиваем. После чего мы нажимаем клавишу вот эту 0 и set, удерживаем ее. И в этот момент, продолжая удерживать, поворачиваем ключ зажигания, не запуская мотор. Сейчас я поверну, просто неудобно одной рукой снимать и поворачивать. Спрашивает обнулить. Индикатор обнулен. Еще раз нажимаем. То есть получается, в зажатом положении мы поворачиваем ключ зажигания, ждем, когда появится табличка «Обнулить», отпускаем кнопку и один раз нажимаем, тем самым подтверждаем, что необходимо обнулить. После этого выключаем зажигание и включаем зажигание, проверяем. Все, отлично, никаких проблем. На этом у меня все, с вами был Дмитрий ФМ, до новых встреч, всем пока.